Юноша с корзиной фруктов является одним из ранних портретов Микеланджело Мерези, известного по имени Караваджо. Картина выполнена масляными красками на холсте размер 70 на 67 сантиметров. По всей вероятности, холст был написан между 1593 годом и 1594 годом, когда Караваджо, которому едва исполнилось 20 лет, работает в Риме в мастерской художника Джузеппе Чезари, более известного под именем Кавальер де Арпино. Юноша является главным действующим лицом картины. Марио Минитти – сицилийский художник, в то время 16-летний. Он тоже ученик в мастерской Кавальера де Арпино и большой друг Караваджо. Минитти вскоре станет ближайшим помощником Караваджо и поэтому будет изображен на многих его картинах. Молодой Минитти изображен на картине с наклоненной головой и приоткрытым ртом. Его рубашка расстегнута, оголяя чувственное плечо. В руке Минитти держит корзину, полную фруктов. Картина подчеркивает пристальное внимание Караваджо к реалистичному изображению деталей. От кожи до складок на одежде юноши, от фрагментов фруктов, изображенных согласно различной степени созревания, до изготовления корзины, в которой они находятся. Уже в этой ранней работе наблюдается техника, основанная на резко обозначенном контрасте между светом и тенью, ставшая впоследствии визитной карточкой художника. На заднем плане картины действительно различима тень, которая вполне может быть тенью художника со своей картиной. Свет же падает из левого верхнего угла и лишь частично затрагивает изображенные предметы. Будучи предметом многочисленных толкований, таких как аллегория любви, осени, а также самой жизни, картина отражает высочайшее мастерство художника в подлинном, без прикрас произведении природы. Именно это удивительное изображение правды найдет свое полное выражение в картине «Корзина с фруктами», написанной Караваджо в 1596 году. Картина «Юноша с корзиной фруктов» находится в мастерской Кавальера де Арпино до 1607 года, когда художник из Арпино попадает в тюрьму, а его имущество конфискуется. Вскоре холст был передан в коллекцию кардинала Шпионе Боргезе. Картина хранится в зале Селена, зал 8, в галерее Боргезе в Риме.